Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей, на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» расскажет вам, где в Гомеле можно выгодно взять в аренду помещение под офисы. В числе предложений от отечественных строителей на рынке жилья – квартиры не только в областном центре, но также в Речице, Кореневке и Бобруйске. Аренда нежилых стройных помещений – это отличное решение для вашего бизнеса. В Гомеле немало новостроек, которые сочетают в себе не только жилую, но и коммерческую функции. В числе примеров – современный трехэтажный бизнес-центр, пристроенный к жилым домам по улице Мазурова, 15 в 18 микрорайоне. Приобрести в нем помещение предлагает Гомельский домостроительный комбинат. Данный бизнес-центр имеет 3 этажа. На первом этаже находится помещение от 9 метров квадратных. На втором этаже помещение от 15 метров квадратных. Третий этаж имеет свою особенность. В частности, это галерея, которая совмещает 2 секции. Площади на третьем этаже помещений от 20 метров квадратных до 40. Всего к сдаче в аренду предлагается 22 помещения общей площадью более 345 квадратных метров. В бизнес-центре также имеются места общего пользования – коридоры, холлы, санузлы, помещения уборочного инвентаря и другое. Данный объект выгодно отличает удобное местоположение – выход на центральную улицу Мазурова и современный фасад здания. Аренда помещений в бизнес-центре по улице Мазурова – это престижно и солидно. Благодаря развитой транспортной инфраструктуре в такой офис будет удобно добираться клиентам, партнерам и сотрудникам вашей компании. Кроме того, офис фирмы, находящийся практически в центре Гомеля, свидетельство вашей надежности и стабильного финансового положения. Это, в свою очередь, является одним из ключевых моментов в привлечении потенциальных клиентов. Надо отметить, что в непосредственной близости к бизнес-центру расположены комплексы жилых домов, школа, детская поликлиника, ледовый дворец, гипермаркеты и развитая сеть общественного транспорта. Еще один объект, который возводит в этом микрорайоне города Гомельский домостроительный комбинат – многоэтажный двухсекционный 14-16-этажный жилой дом. Здесь вы можете приобрести комфортные и уютные квартиры. Новостройка будет выполнена из крупнопанельных изделий с вентилируемым фасадом, с отделкой фиброцементными плитами. Это придаст ей внешнюю эстетичность, а также в дальнейшем уменьшит эксплуатационные издержки по обслуживанию здания собственниками. Гомельский домостроительный комбинат предлагает вам приобрести квартиру в жилом доме КПД-4 в 18 микрорайоне города Гомеля. В наличии имеются двухкомнатные квартиры от 62 квадратных метров до 83, а также трехкомнатные квартиры от 86 квадратных метров. Цена за квадратный метр 1300 белорусских рублей. Приходите в Гомельский ДСК за квартирой. Новостройка от Гомельского домостроительного комбината вскоре появится в 96-м микрорайоне областного центра. Этот район считается одним из живописных и экологически чистых в нашем городе. Расположен он в зеленой зоне Новобелевского района. Располагает всей необходимой инфраструктурой. Вот здесь, на этой площадке, Гомельский ДСК возводит КПД-56. Жилой дом состоит из 9-этажной двухсекционной части и 16-этажной секции. Гомельский домостроительный комбинат начал строительство нового жилого дома в 96-м микрорайоне, позиция 56 по генплану. Категория граждан, которая может участвовать в долевом строительстве, любая, как состоящая на учете нуждающихся, так и не состоящая на очереди. В продаже предлагаются 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 44 квадратных метров. Следите за нашими новостями на официальном сайте. Надо отметить, что жилье в новостройках от Гомельского домостроительного комбината предлагаются и в небольших населенных пунктах нашей области. Например, вот в этой 5-этажке, расположенной в Кореневке. Вы сможете приобрести себе небольшие, уютные и комфортные квартиры. В ближайшее время Гомельский домостроительный комбинат приступит к продаже 2 однокомнатных квартир в поселке Кореневка.
Квартиры расположены на третьем и на пятом этаже. Площадь составляет 44 квадратных метра. Следите за новостями на нашем сайте. С Гомельским домостроительным комбинатом вы также сможете купить квартиры в Речице. Десятиэтажная новостройка расположена по улице Светлогорское, шоссе 9А. Гомельский домостроительный комбинат строит квартиры не только в городе Гомеле, а также за его пределами. На данный момент в реализации есть две однокомнатные квартиры в городе Речица. Общая площадь 44 квадратных метра. Цена за квадратный метр составляет 899 рублей. Условия приобретения. 3% скидка при условии полной оплаты, а также 3 месяца рассрочки для оформления документов. Станьте счастливым обладателем квартиры с Гомельским домостроительным комбинатом. Жилье в новостройке в городе Бобруйске предлагает приобрести Гомельский ДСК. Гомельский домостроительный комбинат предлагает к продаже квартиры в городе Бобруйске. В наличии есть 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Стоимость за квадратный метр составляет 1080 рублей для граждан, состоящих на учете нуждающихся, и 1150 для граждан, не состоящих на учете нуждающихся. Условия приобретения. 2% скидка при условии полной оплаты, а также рассрочка на 3 месяца для оформления всех документов. Сегодня программа «Большая стройка» предлагает вам также рассмотреть варианты жилья в центре города над Сожем. Государственное предприятие «УГУС» города Гомеля предлагает принять участие в долевом строительстве в жилом доме по улице Волотовская, что расположен недалеко от парковой зоны города Гомеля. В наличии двухкомнатной и трехкомнатной квартиры площадью от 63 до 99 квадратных метров. Цена за метр квадратный в данных квартирах составляет 1449 рублей. Десятиэтажная новостройка в 21-м микрорайоне Гомеля по улице Щечерской. Здесь можно приобрести комфортные квартиры-студии площадью около 45 квадратных метров. Гражданам города Гомеля и гостям нашего города мы можем с удовольствием предложить приобрести квартиры в новом жилом доме, находящемся на улице Щечерская, в районе Волотовы города Гомеля. На сегодняшний момент у нас есть наличие однокомнатной квартиры площадью 45 квадратных метров. Цена значительно дешевая по сравнению с ценами остальных застройщиков, составляет 1099 рублей за квадратный метр. В числе новостроек, которые возводит на данный момент Гомельское областное управление капитального строительства, многоэтажный жилой дом в Советском районе. Его строительство ведется в рамках уплотнения уже существующей застройки. Государственное предприятие областного управления капитального строительства приглашает принять участие в долевом строительстве однокомнатных квартир по проспекту Речицкому в районе 142-го дома. Площадь однокомнатной квартиры 43 квадратных метра. Стоимость квартиры 48 тысяч белорусских рублей. Для заключения договора мы вас ждем по адресу улица Белецкого, 7, второй этаж, сектор долевого строительства. В железнодорожном районе Гомеля предлагаются квартиры по улице Федюнинского. В январе текущего года начато строительство и прием заявлений на долевое строительство в многоэтажном жилом доме номер 3 по улице Федюнинского. Данный дом строится для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. То есть любой гражданин Республики Беларусь, который состоит на очереди и желает приобрести жилье в областном центре, может прийти на наше предприятие, написать заявление на участие в долевом строительстве по очень выгодной цене – 857 рублей. На сегодняшний момент это самое выгодное предложение на рынке новостроек города Гомеля и области. В данном доме строятся 1-, 2- и 3-комнатные квартиры в комфортных планировках. Дом располагается в новом перспективном развивающемся микрорайоне города Гомеля. Еще одно преимущество данного дома, что он располагается рядом с остановкой общественного транспорта. Уважаемые дольщики, приходите, мы будем рады вас видеть. Пожалуй, самый привлекательный вариант жилья, который на данный момент предлагается на рынке недвижимости Гомеля, находится в центре Новобелецкого района по улице Ильича. Место, где возводится трехсекционный многоэтажный жилой дом, сочетает в себе современную развитую инфраструктуру города и удивительную красоту природы. Это своего рода райский уголок на карте Гомеля, где зона отдыха с водоемом, живая природа поражают необычайной красотой своих пейзажей. Поэтому те, кто остановит свой выбор именно
именно на этой новостройке смогут в любое время года насладиться первозданной природой, погрузиться в спокойную атмосферу, отдохнуть душой и телом. Надо отметить, что этот микрорайон города отличает и наличие всей необходимой для жизни инфраструктуры. В непосредственной близости к новостройке расположились детские сады, школы, игровые площадки, крупные торговые объекты, остановки общественного транспорта. Кстати, преимущество расположения строящейся многоэтажки по улице Ильича многие уже успели оценить. На данный момент в этом доме раскуплена практически половина квартир. Цена квадратного метра тут составляет... Люди идут сегодня, где-то 40% мы же людей набрали, здесь 1-2-3-комнатные квартиры. Рядом же с этим домом мы планируем строительство дома по генплану номер 1. На 160 квартир провели мы анализ покупноспособности населения и уже будем планировать строительство двухкомнатных квартир, потому что они больше сегодня разбираются. Варианты жилья от Гомельского домостроительного комбината в Гомеле, Речице и Бобруйске, а также где в городе представителям бизнеса можно выгодно разместить свои объекты, сегодня вы изучали вместе с программой «Большая стройка». На этом мы с вами прощаемся. До скорых встреч на новых стройплощадках города.